Сьогодні жителям Золотого 4 співробітники Укрпошти видали пенсію. Автівкою марки УАЗ привезли гроші та товари першої необхідності. Люди вишукалися в чергу до каси, яку організували в приміщенні сільського клубу. Проходили за списками. У черзі обговорювали головну тему – розведення військ. Наші журналісти поцікавилися, як ставляться до останніх подій пенсіонери Золотого 4. Нам треба тишина, нам треба спокійство, треба, щоб... И вот мне хочется, чтобы я лягла спокойно и встала спокойно. Я ту войну вот такая ходила, по погребах ховалась. И сейчас хай отводят войск, хай отводят. Вот выйдут, и там будет тихо, и там будет тихо. Договариваться надо, и та сторона, и та сторона. Только так. Война ничего не даст. Пускай стоит хоть армия, лишь бы не стреляли. Хоть армия пускай стоит. Лишь бы никто не стрелял. Дети боятся, все боятся. Уже собаки боятся, прячутся. А что такое километр? Это ж ничего не дает километр. Сказали там на 20, на 30 километров. А что такое километр? Что снаряд не долетит за километр за этот или что? Допустим, отведут войска. Отведут. А как мы здесь? Мы останемся как? Мы боимся за то, чтобы мы были тоже защита какая-то у нас была. Тут больше остались пенсионеры. Я так кинулся, когда чтоб скорая приехала, вот у моего мужа аритмия сердца, он меня на учете болит, вызываю скорую, она не приезжает, потом говорят, что мы не пропускают эту скорую, понимаете как? Як будуть доставляти пенсії у демілітаризовану зону, телефоном розповіла директорка Луганської філії Укрпошти Ілона Моїсеєва. В обычном режиме это осуществляется, и ничего здесь нет такого, чтобы нам препятствовало. Я вам хочу сказать одно, что ситуация, которая происходит сейчас в Золотом, никаким образом не влияет на работу Укрпочты.